Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня четверг уже, да, вроде? Да, четверг, 7 число. А, проснулся я раньше. Не знаю, повлияет ли это на график вчерашним браулом. Поехали посмотрим, что у нас интересного есть. И будем сегодня смотреть также Расту. Я поставил героев на деф. Посмотрим, как будут проходить, и исходя из этого я уже буду дальше, потому что многие ребята спрашивают, что, когда, как. Исходя из этого я уже буду дальше менять каких-то героев местами и подбирать, что, куда и как. Вот прошлый наш деф, мы его выставили 51, 68, 86, 3 из 10, как видите, слились. Ну, в принципе, 30%. Тоже довольно-таки неплохо. Такс. Что у нас сегодня? Посмотрим. О, у нас сегодня, по-моему, топовая гильдия, да? Два ляма, два. Нифига себе, противники хорошие. Лям 600. Все по два ляма, под два ляма. Не знаю, не берут что-то они два ляма. Тут двоечки. 200. И тут двоечки, видите, никто дальше не раздувает, чисто держит силу. Понятно, что тут надо будет заруба нам сюда к этим, первая, вторая. Тут у всех гильдий свыше, чем у нас, но будем пробовать. Интересная багажка, будем бить сегодня двухмиллионников, а заодно и протестируем наш деф. Так, что-то я рановато зашел, акции еще не запустились, перезайдем. Хорошие противники, заодно и потестируем и посмотрим, что у кого на дефе. Думаю, будет интересно. Так, 1 плюс 1, нюанс, шопинг спри, это все донатная тема, давайте шопинг спри посмотрим. Вот такое, ничего интересного. Treasure chest. Сундуки за покупку. Лаки, ничего нету. Хрусталочка. Пиратик открыт в четверг. Обычно у них это все было в субботу, уже в четверг. Так, вход забрали. Отлично. Островок тоже забрали. Билты пак, но здесь они ничего не меняли. Вторые скины, куча сумок питомцев. Все то же самое, ничего нового, к сожалению, нет. Два осколка мастера. Это просто писец, этого мага точнее. Это бред. Два осколка. Это просто, знаете, это брит, это IGG. 12 осколков, 20 баксов. 12 осколков, 20 баксов. Вы что, угораете, что ли? Так, фонтана нет. Лис. Лис и Мэри. Поехали сюда, посмотрим, что у нас здесь. Ну вот 20 осколков, ну в принципе плюс-минус 50 баксов. Да, что-то они загоняются немножко. Так, драконы. Такие сепаки, конечно. 50 осколков, 100 баксов. Ну, блядь, не стоит этот герой этих денег. Вообще никак. Так, ну все, ничего, никакой халявы нету. Странно, никакого накопления. Окей, поехали дальше. Так, сейчас заберем плюшечки. Поехали на русский сервер, посмотрим, что у нас на русском сервере интересного. Где-то должен быть день замковладельца уже, или не его отменили, непонятно. Такс, 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 временные, найм редких, привет, весна.
Здравствуй, уже скоро лето, у них только привет, весна. Кузница. Короче, нифига. Единственное, что фонарики еще. Так, парящий тоже сейчас заберем. Сразу так, чтобы место потратить. А что тут в наградах? Не, ну это просто вон. Три быка, это просто... Это русский сервер только может такое выдать. Так, фонтан желаний. Понятно, здесь ничего не менялось. Ну, собери сам, еще забежим. Первые, вторые, третьи. Новых нет. Вот это на этом, на... Ну, здесь вот барда выгодно собрать. Это на этом, на АЭС-сервере. Там, там повеселей. А, так, окей. С этим разобрались. Есть пакет накопления. Ну, такое себе. Еще по временным акциям тоже не ахти. Большой пак. Но сундуки хоть начали добавлять. Почти по 50 штук. Не знаю, с чем связано так. 70, 55, 55, 45, 45. У кого-то явно фантазия где-то. Тут по 3 шестерки. Набор выгодный. Короче, такое себе. Так, забрали эти плюхи. Поехали Тайвань чекнем. Так, я сейчас забегу на... Так, на АЭС еще гляну, что там интересного. Может, там что-то интересное есть. А, так, понятно. Накопление. Да, тут ничего по акциям интересного нету. Топника можно словить. И остров. Ну, тоже так, не ахти, я вам скажу. Ну, вот здесь это кайфовое накопление можно собрать, но тоже... Как видите, альфа-самец, кстати, за этот, за нормальный почти пак. Так, что у нас на АЭСе? А, еще на этом пропустил, хочу посмотреть, пирата поменяли, может, что-то. Не, у нас пирата не поменяли. А, такой же. Давайте сейчас забежим на АЭС, покажу вам. В принципе, довольно-таки неплохой пират. Мне понравился. Сейчас я затащу. Там-там-там-там. Да.
Вот такой вот пират на Айсе. В принципе, довольно-таки неплохо. Зефир, два мешка первого левела. Нифига себе, я седну вытащил. Вот это прикол. Тут ничего не поменяли, но тут прикольно то, что здесь не особо захламлено. Посмотрите вот на плюхе. 40 кгшек, 20 кулаков, если я не ошибаюсь. Расходники довольно-таки приятные. И плюс зефир и лис в мешках. Ну, реально это очень круто. Что у нас тут еще есть? Парящий остров. Ну, кстати, посмотрим, собери сам, там обещали. Смотрите, везде просто тупо бык падает. Обещали, вот видите, здесь поменяли, так и не добавили питомца. Просто тупо не добавили. Куча сундуков. Ну, довольно-таки неплохо. И тоже два осколка, блядь. Смешно. А что по фонтану желаний? Тоже огник. Вот такое. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Ничего такого нового и интересного, как видите. Нет, но пират, блин, здесь реально классный. Кстати, кто играет на Айсе, кидайте заявочки. Асгард. Что-то четвертое место на битве гильдии вообще забили, походу, тоже. Телега на экране, Айс сервер. Все, я побежал дальше. Всем удачи, всем пока.